И еще одного сельского чиновника в минувшую субботу отправили под домашний арест. В поле зрения правоохранителей попал Барышевский глава, которого заподозрили в злоупотреблении и должностными полномочиями. К слову, управление, можно сказать, пошел по стопам своего предшественника. Дело прежнего руководителя местной администрации сейчас как раз рассматривает суд. Андрея Алексеева задержали в конце прошлой недели оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД. Согласно материалам дела, глава Баршевского сельсовета оказывал покровительство знакомому предпринимателю, причем в обход закона. По данным следствия, глава сельсовета в период с декабря 2018 года по февраль 2020 предоставил в пользование одной коммерческой организации, с директором которой состоял в дружеских отношениях, помещение, находящееся в муниципальной собственности, при этом освободив ее от платы за аренду помещения и пользование жилищно-коммунальными услугами. Но бесплатной арендой дело не ограничилось. По версии следствия, сельский управленец заключил с конторой своего приятеля договоры на оказание услуг местной администрации. На уборку муниципальной территории коммерческой организации выделили почти 400 тысяч рублей без проведения аукциона, предусмотренного бюджетным кодексом. Алексееву вменяют в злоупотребление должностными полномочиями. И он не первый глава Барышевского сельсовета, привлеченный к уголовной ответственности. В прошлом году стартовал процесс над Олегом Посмирным которого обвинили в незаконной раздаче земли. Посметный обвиняется в совершении 13 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в превышении должностных полномочий, совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные главой органа местного самоуправления. Общий ущерб по уголовному делу составляет 11 миллионов 809 тысяч рублей. Восемь участков посметный реализовал по кадастровой стоимости, остальные передал на бесплатной основе. При этом земли получили люди, не признанные нуждающимися, а льготники, имевшие право на наделы вне очереди, остались в листе ожидания. Подсудимый, правда, виновным себя не считает. Наверное, кому-то не угодил своими действиями в свое время. Не буду говорить кому.